Такси! Куда едем? В Гибралтар. В Гибралтар? Да. Кто вы? Я Диего Манфреди, юрист. Я атташе по культуре, психолог. Нет, стой! Да ты издеваешься надо мной с этим своим акцентом. Остановись здесь, брат! Я тебе не брат, хватит так говорить! Смотри на дорогу! Осторожно! Я познакомился с ним в тюрьме, кликуха Манчестер Юнайтед. Ты говоришь чай, а я говорю чаю, сэр. Королева рулит. У Манчестера был план. Это Гибралтарская скала. Под ней 52 километра туннелей. Дедушка сказал Манчестеру, что где-то там комната полная золота. Золото должно быть там. Мы спустимся в туннель как туристы и заберем его. И это твой план? Ага, да. Ты безумец, Диего. Где ты? Он не будет тебя ждать. Гибралтар далеко, в другой стране. Кто это там сзади? На колени! Я свободна! Ты должен кое-что сделать. Я возьмусь за ум. Я обещаю. Правда. Что ты творишь, придурок? Гибралтар, это Испания! Вот видишь, Пол? Я же говорил, что это не доставка пиццы.